Все лучшее, что есть в Приморье, в одном месте. Техника, зерна, семена. В Октябрьский район приехали сельхозпроизводители со всего края. Здесь можно и на других посмотреть, и себя показать. Так проходит уже традиционный для нашего края День поля. Это у Никиты Хрущева кукуруза была царицей полей. В Приморье уже не первый год главная ставка на сою. Сегодня это стратегически важный продукт. Идет не только на внутренний рынок, но и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Южная Корея, Китай уже зависят от поставок из России. Поэтому необходимо постоянно увеличивать урожайность. Для этого нужно усовершенствовать химические добавки. Здесь и химия разная, и сорта могут посмотреть, да, могут посмотреть разные схемы, технологии. Если вы посмотрите в крае, да, за последние 5 лет урожайность сои очень здорово скаканула. То есть это было еще 5 лет назад где-то 11-12, да, сейчас уже мы к 14, наверное, к 15 центнера подходим. Это и новые технологии, новые сорта, новые там гербициды, фунгициды и все остальное. Новые способы подкормки сои осматривает Денис Бочкарев. Вице-губернатор отвечает за сельское хозяйство и продовольственную политику региона. На выставке «День поля» можно не только услышать и увидеть, есть возможность, что называется, руками потрогать каждый стебелек, посмотреть его корневую систему и на примере всего лишь одного растения поговорить о промежуточных успехах в отрасли и планах на будущий год. Есть возможность у людей собраться, пообщаться, поделиться опытом. И, конечно, мы стараемся проводить такие «Дни поля» на базе передовых хозяйств, чтобы была высокая культура земледелия, чтобы было что показать людям, на что посмотреть. Ну вот вы сегодня уже прошлись по полям, где обработаны химикатами. Вы можете сказать, что какие-то хорошие примеры? И могут ли сравниться две компании, да, между собой, которые там одни сыпят, другие другое сыпят? Вообще на вот этой сои можно какие-то показатели брать по Приморскому краю? Ну, насчет компании, конечно, это тема отдельная. Пусть они рекламируют себя сами, мы не будем отдавать предпочтение. Сельхозтоваропроизводители посмотрят и сделают выбор, и сделают правильные выводы, наверное. Мы смотрим, все равно, конечно, есть разное развитие растений. Неспроста вот царица полей соя, да, сорвал вот достаточно мощная корневая система. Видим, что очень много клубниковых бактерий, да, которые позволяют как раз из воздуха брать азот, потом его синтезировать и из него строить белок растения, что, в принципе, чем богата соя и является. Ну, вот по краю сою будут убирать позже, уже вовсю идут уборка зерновых, пшеницу, овес убирают. Вот какие сейчас цифры, можно ли говорить о каких-то положительных динамиках по сравнению с прошлым годом? Потому что я знаю, что в этом году, ну, более-менее погода нашим крестьянам дает хорошие результаты. Ну, за исключением уссурийской, да, конечно. За исключением зоны ЧС, да. Который у нас очень сильно пострадал, но, конечно, сейчас мы ждем, что наступят золотые времена, наша золотая осень. Это когда осадков практически уже не выпадает таких обильных, когда очень много солнца, тепла для растений, они наливаются. Я хочу сказать, что мы с каждым годом убирать сою начинаем раньше. И у нас есть компании, которые выходят уже в конце августа на уборку сои. Если раньше мы убирали с 5 октября, то сейчас уже применяем новые технологии, и они распространяются. Поэтому, конечно, среднеспелые и долгоспелые сорта будем ждать уже наступления первых морозов. Но я думаю, что числа 15-20 сентября уже у нас полным ходом начнется уборка. Ну, какие-то прогнозы можно уточнить еще по, знаете, всех приморцев сейчас, конечно же, волнует вопрос, что мы кушать будем, овощи и картофель. Вот так, тоже в сентябре начинаем убирать. Какие-то прогнозы по этим культурам можно ли узнать? Ну, на самом деле, Приморский край – это край картофелеводческий и овощеводческий. Сказать, что будет там высокая цена, конечно, мы этого не скажем. Понятно, что у нас Уссурийск – это один из самых крупных районов картофелеводческих. Но картофеля мы соберем не ниже, чем в прошлом году. Параллельно с этим департамент проводит работу для того, чтобы, значит, обеспечить социальные слои населения. Кто желает, там по заявкам могут закупить этот картофель. Поэтому я думаю, что проблем с зимой не будет. И, конечно, не соей единой сегодня живет Приморье. По-прежнему популярны все та же кукуруза и пшеница. Она ведь часто используется как кормовая база в животноводстве. Поэтому и Бочкареву, и всем участникам выставки интересно посмотреть, как занимаются этими культурами.
Самое главное, что мы высеваем эти сорта на линейке для того, чтобы узнать, какой сорт как реагирует на природно-климатические условия в нашем регионе. И определяем фактическую урожайность, чтобы дальше распространять уже на наших производственных посевах. Кроме приморских сортов, у нас представлены сорты хабаровской селекции, хабаровчанка, который, ну, тоже уже не первый год выращивается в Приморском крае. Что-то получается. Здесь в Октябрьском районе она первый год, поэтому тут сложно сказать по ней. Вот. Да, но пока какая-то мелковатая. Комбайн, когда пройдет, она больше, ну, самый хороший способ определения фактического урожайности. Вот. Следующий сорт у нас идут два сорта австрийской селекции. Сорт Тризо, который вот мы его второй год уже выращиваем. Он такой перспективный, он дает хороший урожай за 4 тонны. Тризо это чей? Тризо это австрийская селекция. Вот. Он устойчив к полеганию. Вот даже ливень прошел, если те сорта у нас, вы видите, они немножко наклонились, этот устойчив. Он невысокорослый, то есть соотношение зерна и соломы будет у него меньше. Комбайн, значит, его лучше будет очищать от примеси, то есть меньше потерь будет при уборке. Вот. Следующий сорт тоже австрийская селекция, но он первый год у нас здесь, значит, Санаре. Вот, тоже как бы неплохой сорт, тоже низкорослый, тоже от полегания. Вот. И представлен также еще один сорт хабаровской селекции Елизавета. Тоже первый год мы его посеяли, он остистый, он более высокорослый. Вот, но колос у него более такой мощный. Ну, фактическая урожайность покажет, в чем его способность. Сколько на ком остановились на следующий год? Ну, у нас основные сорта, которые мы выращиваем, это Тризо. Тризо, да. Вот мы в этом году у нас 90% было Тризо. В 2017-м подпосевные площади в Приморье отдали более 460 тысяч гектаров. Это на 6% выше, чем в прошлом году. Как только установилась хорошая погода, началась уборка ранних зерновых. В этом году мы идем с опережением по уборке ранних зерновых по сравнению с прошлым годом. Плюс хотелось бы добавить, что в Приморском крае, благодаря тому, что у нас есть семенные хозяйства, благодаря тому, что мы часть семян, которых не производим на территории Приморского края, мы завозим с других регионов. Если взять такую культуру, как кукуруза, мы семена все завозим в Приморский край, потому что это гибриды, которые не производятся на территории Приморского края. Но сельхозы, которые у нас имеются, позволяют обеспечивать поставленные Минсельхозом России задачи по уровню посевных площадей, засеянных семенами высших репродукций. Так у нас в Приморском крае уровень посева семенами высших репродукций составляет 15,5% от общих посевных площадей. Это очень хороший показатель по сравнению с другими регионами России. Чем сегодня урожай в Приморье можно убирать, на выставке тоже показали. Выбор техники велик. Жатву ведут как на зарубежных, так и на отечественных комбайнах. Затем, как техника работает, смотрят не только фермеры, но и представители профильных учебных заведений. Ведь их выпускникам как раз и осваивать эти тракторы и комбайны. У нас 300 гектаров опытного поля, на котором мы тоже закладываем опыты. Ну, главным образом, конечно, для того, чтобы и знакомить наших студентов с технологическим процессом. Но вот культуры, которые вы назвали, мы не культивируем. У нас основная культура – это соя, ну, немножечко многолетние травы, овощи чуть-чуть для себя. Вот. Но, тем не менее, здесь очень много интересного и с точки зрения применения средств защиты растений для нас на той же сое. Есть здесь у нас представители нашего опытного поля, руководитель этого поля. Есть ведущие преподаватели, которые тоже сегодня должны на современном уровне учить студентов, как выращивать продукцию, как использовать современные средства защиты растений. Вот сегодня этому здесь можно поучиться. Очень много представителей и агробизнеса, и предприятий, с которыми мы имеем тесные контакты. Наши выпускники сегодня, кстати, очень многие на ведущих ролях этих предприятий.
Обсудили и вопросы социальной защиты. Труд крестьянина тяжелый, а значит, должен быть награжден не только хорошей заработной платой, но и достойным отдыхом. Сегодня у сельхозпроизводителей есть возможность отправить работников в санаторий. Также действует соглашение между администрацией Приморского края и профсоюзами. Более чем сотрудничеством, даже можно назвать это дружественное сотрудничество, Денис Юрьевич Бочкарев очень помогает нам даже в плане того, что в привлечении в члены профсоюза организации те, которые сегодня и не были никогда в профсоюзе, это профильные организации административного и федерального уровня. Поэтому содружество у нас очень хорошее. У нас подписаны соглашения с департаментом сельского хозяйства. Таран Алексей Михайлович – это тоже человек очень грамотный, понимающий. И мы работаем в содружестве. Все прекрасно, все хорошо. Традиционно День поля проходит на территории предприятия передовика, такого, на которое должны равняться другие сельхозпроизводители. В этом году им стал СХПК «Искра» из Октябрьского района. Глубокого кризиса я не вижу. Крестьяне всегда были оптимистами и оптимистами останутся. Ну, по крайней мере, назад мы не идем. Назад мы не идем. И это радует уже. Если брать по вашему предприятию, то в этом году все ли удалось сделать то, что вы хотели? Как вам погода давали все собрать, весь урожай? Есть ли какие-то потери? Потому что Октябрьский район был в зоне ЧС в этом году. Потери есть, потери очень серьезные по овощам. Град нас довольно-таки серьезно задел. Мы потеряли такую немаленькую часть урожая по сои. Но этот случай не вошел в ЧС, он был до этого. Ну, тем не менее, погода, я считаю, что дала полноценно вырасти сои. Немного не хватило нам влаги по пшенице. Как бы получили мы немножечко меньше урожая, чем ожидали по пшенице. Ну, а так, в целом, в принципе, культуры, такие как соя, кукуруза, развиваются хорошо. Погода, в принципе, как бы дает нам сейчас. Ну и перспективы на будущие годы. Вы будете ли как-то увеличивать свои площади? Смотрите ли вы на земли Октябрьского района или других прилегающих территорий, чтобы увеличивать свое производство? На земли других районов я не смотрю и ближайшие несколько лет, наверное, смотреть не буду. Задача стоит закрепиться на тех площадях, на которые мы сейчас работаем, и просто увеличивать урожай на этих площадях. И потихонечку прирастать. Но главное добиться стабильного увеличения урожайности, ну, от нынешней. С каждым годом участников выставки становится больше, а значит, интерес к отрасли растет. Приезжают как те, кто только делает первые шаги в фермерстве, так и крупные игроки. Среди них резиденты территорий опережающего развития. Отметим, что каждая из компаний сегодня пользуется поддержкой краевых властей. Мы начали свой бизнес еще до территории опережающего развития, но непосредственно эта форма хозяйствования дала мощный эффект. И за период нахождения в ТОРа мы уже увеличили производство в 10 раз. И планируем еще в 5 раз увеличивать. Насколько конструктивно сейчас сотрудничество между вами и администрацией Приморского края, между федеральными ведомствами? Насколько вы понимаете, что такое сотрудничество дает, ну, движение вперед, что называется? Поначалу, конечно, было тяжело. Тяжелая машина пока раскручивалась. Сейчас активно ведутся строительства инфраструктуры, автодорог, электричество. Весной обещают газ подвести. Это тоже даст серьезную помощь. Развитие. Сейчас уборочная компания в Приморье набрала ход. Комбайны уже можно видеть на рисовых и картофельных полях. Задача провести все максимально быстро и качественно. Ведь жители края должны все больше видеть на прилавках местную продукцию, и должна она быть по доступным ценам.